Здорово. Ролика не было целую неделю. Я не расслабился, я просто готовил для вас материальчик. Теперь ролики будут выходить очень часто. Надеюсь, вы соскучились по моему графику раз в 3 дня. Кстати говоря, ребят, сервер я открыл для вас. Заходите, играйте. Ссылочки все в описании, айпишки тоже. Не забывайте прожимать лайкосы и писать комментики, ведь я стараюсь именно для вас. 10к чизеров и продолжение выйдет хоть завтра. Поехали. И да, не забывайте, что в ВК я добавляю всех. Приятного просмотра. Здорово. О! Еще один кустик, и у меня будет лук. Лучок. Ух ты. Палочка. МВК двери, нифига тут эти пули заряженные. Ты случайно там страх не потерял? Я музыкант мирный, отстань! Ты чё, драки хочешь? Алло? Ты хочешь со мной драки? А ну сюда иди. Это бомжара даже забрала мою тыкву. А, у меня топорик есть. Привет! Здорово! А ты мирный? Нет! Я когда уродился, меня уронили, и теперь я дурак. А как тебя зовут? Вот так меня зовут! Ай, я! Да сколько вас тут выбежало, алло! Я снова встретил этого паренька, и мы отправились с ним на замес. Ах ты, сука, это опять ты! Ты что, страх потерял? Пошли берданки отжимать! Тебе мое копье ничего не даст. Реализовывай. Сейчас реализуем. Ну, о! Здесь калашисты посередине, которые... Вон, видишь, выбежал один. Ой, по мне! Что там, болтовку отжали? Ничего себе вас тут! Как-то я быстро слишком в клан влился. О, так меня даже не залутали. Это что такое? Это что? Чего? Да-да, читак, снова. Как вам читаки? Классно? Мне тоже понравилось. Как бы весело и интересно с ними не было, я отправился отстраивать свой соло-домик. К аутпосту. О, тут есть что пофармить. Это хорошо, это очень хорошо. Сейчас мы быстренько нафармим и отстроим себе домик. То есть даже дерево закупим и отстроим небольшой домик. Потому что вот это все мне надо сейвить и все изучать. У меня тут ничего не изучено. Надо купить дерево побольше. Закупив немного деревца, я отправился отстраивать хоромы. Так, как мы сделаем? Мы сделаем вот так и вот так. Ящичек.
И мне нужна еще дверка. Ну вот, в принципе, я чувствую себя в безопасности. И чувствую, что лут у меня тоже в безопасности. Пока что. Отстроив свой первоначальный домик, я отправился на поиски скрапа и фармил. Блин, тут прям все вылутали. Ну да, тут все залутали. Он с ревиком. Пойдем перерабатывать. Корпус на калаш. Все равно ничего не изучено. Можно все перерабатывать. Капец, мне тут шмоток выпадает. Как бы мне это теперь домой донести? Прыгай быстрее. Фух. Далеко собрался? Блин. Все мы только начинаем. Мне давай. Держи. Тут тип где-то залутанный был, не видел? В броне деревянной. Нет. Только вот там вот лутались они. Последний раз я вот видел, когда бегали они. Ух ты. Он только что сгнил. Ух ты. Нормально пофармил. Надо шкаф что-то ломать. Но вначале надо перенести все. Основу отсюда. Я думаю, у него скрапа должно быть много. Мишка, мне пока не до тебя, честно. Ну, 200 скрапа довольно неплохо тут ресов было, на самом деле. При том, что я вообще бомжара лютая. Ого! Я его убил? Да. Бобовка! 300 скрапа, я сейчас могу... пешку изучить, поставить второй верстак, но для этого мне нужно домик обустроить, как минимум. Блин, а по-другому я ящик не могу поставить, да? Понятно. Ой-ой, нифига себе вас тут набежало. Понял, пока что отойдем. Камень я фармил не для них. Ребята с берданками меня очень заинтересовали, и я отправился за ними. Мерседес, ты? Я убил их. Я так понял. Пожил? Тут еще один. Пожил? Тут еще один. На, держи двух твою. Пойду домой отнесу, если что, это кричи. Я отнес выбитое домой и вернулся туда снова, так как там продолжался файт.
Лежать. Пока я приносил лут домой, моих соседей начали жестко прессовать. И я решил им помочь. Там типы, два типа в зале. Так у тебя нет арбалета, да? Нет арбалета, нет. На, держи. Не, у меня очень. Лежать. Убил. Хватай арбалет. На тебе двушку. Будешь отбиваться. На, ревик. Нормально поднимаемся. Надо крафтить стол для исследования и все изучать. Второй верстак пока подождет. Блин, этот заход, конечно, шикарный. Оп. Берданочка. Бобовку надо изучить обязательно. Патрончик. И револьвер. Блин, как раз на все про все ушло. Ушел весь мой скрабчик. Но это уже неплохо. При том, что я могу еще миллион всего переработать. Так, я думаю, вот это пока мы не будем новый дом строить. А пока вот это обустроим. Чтоб нас не бабахнули. 3000 камней, это в принципе немного. А еще мне кое-что не нравится. Очень сильно. Что я хотел бы сейчас исправить. Ну, почти идеально. Вот, теперь я буду чувствовать себя в безопасности. Сейчас мы все переработаем, поставим второй верстачок, и будет уже немного попроще играть. Так, конь, нам нужно с тобой бежать домой. Относить скрабчик и фармить еще 200 скрапа. Испугався, да? Испугався. Что это ты тут делаешь, а? Чувак! Ты нормально вообще? Опача, он за мной идет. Нужно домой быстро все скидывать и идти убивать его. У него разрывухи есть. Вон, побежал. Двое. Давай, конь, быстро за ними.
Далеко собрался? За разрывухи спасибо. Кстати, это тот школьник, которого я поднимал. Теперь мне не надо дерево фармить. Классно? Классно. Да, калаши сейчас не с территории стреляет. А вот его дом, по-любому. Он отсюда по мне стрелял. Вижу. Вот и калашист. Минус один. Минус все. Держи. Походу они с этого дома. Заспавнился тут челик. Как же это было изи просто. Просто изи. Я, конечно, не все успел забрать. Но самое ценное, то есть калаш, я утащил. Мне надо будет домик мой обустраивать. Блин, не вовремя ты вышел, чувак. Не вовремя. У меня появилась отличная идея обустроить мой домик, потому что защиты не было никакой. Уп! Роспотребнадзор. Ваше дерево на землю, которое вы фармили. Это и все? Не верь. Офигел? Я ж тебя даже убивать не хотел. Ну и все, теперь сиди, без ресов. Надо обустраивать домик. Потому что это не дело. Хм. Меня бабахнут в любой момент. Какая красота. Мне уже нравится. Чё, опять тут дерево фармишь? Страх потерял? Да я не буду теперь убивать. Я не буду убивать, не буду. Точно? Точно. Да блин, просто я думал, что у тебя оружия нету, я хотел вот нормально пофармить. Нормально пофармил, да? Да не смешно, а что так тронешь? Я в третьем глазе. Так, ну в принципе неплохо. Я выбил все, что я хотел выбить. Осталось все поизучать. А на это мне нужно очень много скрапа. У меня были различные карты. И я отправился на трейн-ярд, потому что мне нужно было очень много скрапа, чтобы все изучить. Лови. СНГшка? Нифига себе. Та ты офигел, чувак. Вау. Кабан, ну только тебя здесь не хватало, честно. Какое-то жесткое лутание под обстрелом этого болтовщика. А он, наверное, тут постоянно сидит.
По дороге домой с Трейн-Ярда я заметил один интересный домик, где я мог выдолбить фундамент и попасть в лутовую. Я вот что думаю. Пока я иду все равно выдалбливать там. То есть для меня много чего мне не нужно. А вот дерева мне много нужно. Вот он, тот самый антирейдовый домик. Я надеюсь, тут не будет еще дверей. Сейчас мы начнем фундамент долбить. Ты нормально? О, нормально. Тут еще одна дверь. Да ты издеваешься, чувак. Мне пришлось бегать домой, скрафтить патроны и оку и вернуться обратно, чтобы добить эту жалкую дверь. Неужели? Серьезно? У тебя даже ничего не было? Да. Вот это рейд. Вот это я понимаю. 2 МВК, 1000 металла. Просто огонь. Что ты тут делаешь, а? Руки вверх. Бегу себе дом искать. А я не умею руки вверх. Какой дом? Зачем тебе дом? Да любой зарыженный. Желательно. Ну как, зачем поселиться, жить? Сейчас в таком желательно был. Ну я один домик зарейдил только что, но там верстака вообще не было. Но там такой каменный бункер. А большой? Да нет, 2 на 1, но там бункерок, понял, выстроен. Я отнес весь лут и пошел показывать, где находится домик, который я зарейдил, так как у него дома не было совсем. Вот антирейд бункер тут. Ну так ничего, в целом жить можно. Не, ну тут понял, тут фундамент наверх поднимешь. Это бункер этот стоял типично. На, держи. Дверку какую-то, может рядом пристроишь. На, патроны на двушку там похилишься. Кукурузку. Блин, ничего себе, спасибо, нормально пригрел ты меня. Давай, прикрою тебя, отстроишься быстро, я там пойду. Давай, давай. Кстати, этот самый, если что, я тебе тоже могу помочь неожиданно для тебя. В том плане, что я на этом серваке бегал, у меня почти все изучено. Ух ты! И сочельки, да, изучены? Да-да. Огонь. Я помог обустроить его домик и отправился на файты, которые были возле моего дома. Я не пойму, откуда болтовщик стреляет. Не с дома случайно? Нет, не с дома. Чел, это я, стой, да. Что означает это я, если у меня тут нет своих? По-любому сейчас на крышу выйдет. Это были мои соседи. Их играло очень много. Но я не расстроился, ведь я знал, кого я буду доставать.